На втором катании победу одержал Магомед Эмин Сайдулханов, Северокавказский федеральный округ. На второй катании приглашаются Владислав Кулаков, Центральный федеральный округ, Рахмат Шоу Юсупов, Уральский федеральный округ. На втором катании готовятся Магомед Ирий Шиксаидов, Северокавказский федеральный округ, Олег Гельни, Дальневосточный федеральный округ. На третьем татаме победу одержал Ислам Магомадов, Северокавказский федеральный округ. На третьем татаме приглашаются Семен Долженков, Санкт-Петербург, Михаил Казаков, Приволжский федеральный округ. На третьем татаме готовится Сослан Абаев, Северокавказский федеральный округ, Глеб Никоненко, Центральный федеральный округ. На первом татаме победу одержал Максим Дорошенко, Южный федеральный округ. На первый татаме приглашаются Никита Маликов, Дальневосточный федеральный округ, Аскер Горсов, Северокавказский федеральный округ. На первом татаме...